время туториала. Все, давай начинать. Поднимаюсь повыше. Я ставлю туда блок пластиковый. И масштаб ставить на сколько нужно? Корпус машинки, если что, 0,2, 0,2, 1,2. Корпус машинки сделан на 0,2. Вот. Ну вот 0,2, потом сколько? 0,2, наверное. В принципе, может быть, машинку 0,2 сделать. Так, 0,2, 0,2. И 1,2. Готово. И по бокам тоже, типа для колёс, по 0,2, 0,2. Сейчас. Ставишь колесо. И, типа, его пипеткой берёт, понял? Пипеткой берёт. А, понял. Так. Вот и нужный цвет. Так, ну теперь не будем мучиться и просто продублируем это. Поставлю. Так ты же можешь переносить на 0,2, типа, на расстояние таком маленьком. Ну, я вижу. Так, осталось последний блок тогда. И теперь надо сделать колеса. Получается, я ставлю блок. Ставлю масштаб на 0,5. Сжимаю. Дальше ставлю на 0,1. Да. Делаю из этого что-то нормальное. 0,0,0,1. Блин, эти нули такие. Одни нули. Смотри, ты типа вот так можешь сделать сейчас. Вот видишь, кубик. Так, ну если два, это... Я уже понял, как это мне делать, я просто двух пропорций. Сейчас, я пытаюсь. Все, я сделал. Нет, ты убери, я уже понял, как мне это делать. Удачи. Так, получается, мне нужно что сделать? Сначала мне нужно вернуть туда, где он был. 0. И дальше мне нужно с ним что-то сделать. Поставить на 0,01. Раз, два, да, вот так именно. Вот так. И ширину 0,2. Ширину 0,2. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, дальше у нас что еще? Раз, два, три. Раз, два, три. Готово. Теперь я просто копирую и переверну. Да. 90. Теперь задвинул внутрь. Все, у меня получилось колесико. Да, мини колесико. Так. О, дальше мне его надо скопировать туда. Да. На второе. Все готово. Теперь тебе нужно сделать механизм. А, да, колеса отсоединять. Колеса отцепить. Тебе нужно колесо на 0,06 в сторону и обратно на 0,05. 0,06, да? 0,06, все. Да, да. Что с этим делать теперь? Право? Теперь передвину. Вот как ты передвинул, да. Потом? Нет, а потом обратно на 0,05, и типа там щелка очень маленькая получится. А, понял. Так, перемещаю. И теперь на 0,05. 0,05. Угу. Супер мини щелька. Да. И где она? Я даже не вижу. Там щелька в 1/100 блока. Вот как увидеть. Сейчас я хочу посмотреть просто, как ты тут сделал. Главное, чтобы колеса были прям по центру блока. Ой, точнее колеса. Так, передние колеса я знаю, как сделать. Нет, можешь на 0,2 просто сделать все. Да! Надо было сразу сказать. Так, ну. Пониже немножко. Дальше не уменьшается. 0,1.
теперь задние мне нужно... колеса, тебе нужно... Чтобы задние колеса подсоединить, нужно еще одно колесо. Тебе нужно сейчас такие же палочки сделать, только сквозь колеса их пробить вот тут вот. Да, я понял, я понял. Вот, ее через колесо удлиняй вот туда-сюда. А, заднюю, вот это? Да-да-да-да-да. И что теперь? И поближе сделай. Ну, сделал. Вот, доставь колесо на эту палочку. Да. Так, и палочку и на место? Да, палочку на место. И все, да? Теперь там же, с другой стороны. Теперь их нужно подсоединить к машине, чтобы они не упали. Да, сверху на каждом колесе делай палочку вверх. Все еще нужно повороты сделать и утяжеление снизу. А еще держалки. А нет, у передних колес убери палку, у передних колес убери палку. Почему? А они будут снизу подсоединены поворотниками. А. Да. Так, все, вот отключил коллизию, я включил прозрачность немного. Сейчас сохранюсь на всякий случай. В центре каждого мини-колесика нужно поставить блок. Надо блок именно на колесе ставить. Да. Да, вот и вниз. Вот где-то, да, вот ты прям идеально сделал. Идеально. Так, вот, а что теперь делать? И прям снизу на эту палочку, вот прям посередине ставь поворотник, вот как у меня. Ну, сервопривод. Да. Оно же должно поворачивать колесо, вот это. Да. Подсоедини кончик сервопривода к колесу большому. Соба, а зачем мы тогда вот это подсоединяли? Это чтобы можно было ровно поставить поворотник. А. Можешь убрать его. Ты главное прям в сервопривод и прям в колесо засунь. Насквозь. Так, и то же самое с другим колесом, только второй поворотник чуть ниже. А теперь центральную палку нужно опустить, да? Да, сквозь них. Все, готово. А, на 6. А у сервоприводов ничего настраивать не надо? Нет, ничего настраивать не нужно. Все, она готова. Так, получается, ставлю блок. Сейчас ты мне скажешь, как его масштабировать. Как мне его масштабировать? До самого пола делаю, только чтобы он не касался его. Чуть многовато. Да не обязательно 9. Я там рандомно можно. Я вот тут. Да, делаю. Вот так стоит. Ну и все. А нет, нужно еще бортики сделать, чтобы держалась. Да. Сделаем, чтобы она могла заезжать хотя бы какие-нибудь газы. Потому что типа. Ну, без дополнения, которое я тебе сделаю, типа. Она вообще даже на ноль. Короче, на блок толщиной 0 не заезжает никак. Так, а мне надо часть надо на центр сделать. А, стоп, еще сделай так, чтобы эта часть была, ну, чуть-чуть совсем выше, чем нижняя часть колеса маленького. Сейчас, вот точка, да? Сейчас выдвину. Чуть выше? Вот чуть-чуть прям ниже, прям чуть-чуть еще. Чтобы машина летала, да? Нет, не нужно, чтобы машина летала. Все, сделал повыше. Да, вот. И делаю его совсем тонким.
Да, и по два блока вот в эти стороны раздвину. Иди. Ну и чтобы она могла хотя бы на что-нибудь заезжать, тебе нужно на... Сделаны в молоточке 45 градусов, тебе нужно вот тут... Блин, как типа так тебе нужно сделать, только такую сгонку. Так, все тогда у меня готово? Да, все. Надо отключать коллизию колес? Да, палки сделай подтоньше немножко, чтобы они колес точно не касались друг друга. Да. Попробуй их реально уменьшить, вот эти блоки, на которых колески маленькие держатся. Вот прям чуть-чуть на нуле их уменьшить, прям чуть-чуть совсем. Чуть-чуть. Да, да. Уменьшу. Так, теперь сохраним. Так, все, тест. Ура, поворачивай. Ура! Редис. Да. Ты робит. Так, теперь надо камеру установить и все скрыть. Да, вот тут. И просто мастерком повыше сделать. Так, наверное, слишком. В принципе, можешь снизу оставить, потому что прям в машинке, да. Вот и все. Можешь делать невидимым рисунком. Что, я буду проверять тогда? Привет! Привет! Ура! Башен работает! А что, декор может тоже будем делать?
все в предвкушении, весь сервер. Пускаем. Да. Они все смотрят. Ой, надо там чуть-чуть впереди кадидию убрать. То она плохо поворачивает. Сейчас выделим. О, все нормально. Мини-грузовичок.